будущее ребенку с инвалидностью. Отправь смс info@сумма на номер 7715. И узнай больше на перспектива-инва.ру. Меня зовут Ермакова Анастасия, мне 16 лет. В свободное от школы время я гуляю с друзьями, кто-нибудь сочиняю, пишу разные различные рассказы, повести. Я увлекаюсь коллекционированием колокольчиков. Я привожу их из разных стран и городов, как маленькое воспоминание о том, о каждом замечательном месте, где я побывала. Мне очень нравится слушать их звон и вспоминать то место, где я была, откуда привезла это маленькое воспоминание. После того, как мне подарили 4 куклы, я решила, что свое предпочтение лучше отдам все же колокольчикам. Ну, я думаю, что я уникальна от других детей, хотя бы тем, что знаю взрослый язык и умею петь с помощью жестов, если так можно сказать. За последний год для меня было самым сложным, ну, это, пожалуй, сдача экзамена. Ну, так как я переходила из 10 класса, из 10 класса в 11, мне пришлось давать одну ГИО и все остальные экзамены. Поэтому это, пожалуй, было самым сложным за последний год. Я считаю, что моим самым большим достижением в моей жизни является то, что я живу именно той жизнью, которой мне нравится жить. В том лагере, в котором я была, мне понравилось то, что мы работали с профессионалами, которые знают свое дело и которые могли нас чему-то научить. Благодаря им я почерпнула много нового из этого проекта. Когда я работала с прессой второй раз, я работала, можно сказать, в другом направлении и в другом жанре прессы. И, несомненно, почерпнула опыт. Пресса, которую я писала в этом году, называется «Свадьба наоборот». Этой прессой я хотела бы показать, что каждому из нас очень важно научиться и уметь доверять близкому человеку. Ну, я надеюсь, что вам понравится моя пьеса. Приятного просмотра. Thank you.
Это я. Скажите, а что это за свадьба наоборот? Вот где качество. Это шутка, да?
Это шутка, да? В общем, было очень смешно, очень было весело. Но, ребят, давайте, в общем, что происходит? Николочка, тебе так повезло. Ты у нас скоро замуж выходишь. Лимузин, шампанское, банкет. А платье-то от самого Дольче. А туфли? Туфли, зацените, все бриллиантами усыпанные. Михолочка, ты стервочка такая, все тебе, а нам ничего. Я тоже хочу платье от Дольче. А маникюр-то, посмотрите, какой-то маникюр. А что здесь происходит, я не могу понять, а? Фи, Михола, как не стыдно. Объясняй, что происходит. Слушай, спрашивай у меня, у своей невесты, понял? А я спрашиваю тебя, а не у невесты, поэтому изволь отвечать. Ну, нас попросили стать временным по характеру женщины, чтобы увидеть твою реакцию. Ну, а Алекс сказал, что ты об этом осведомлен. Так весь этот голубой балаган из-за нее, да? Так ты не знал? Черт бы побрал эту женщину. Объясни, почему я должна идти на твою свадьбу в мужском костюме? Потому что я должна отомстить своему дорогому Мишеньке. Что он такого сделал? Что он такого сделал? Представляешь, я прихожу к нему на работу. И выясняет, что его фирма практически банкрот. Забыл про макияж. Что?
такие штаны-то я не должен хоть снимать. Должен, друг, должен. Сапа, это что, у тебя душа? Нет, ну только не душа. Не надо. Не надо здесь. Не надо. Thank you.
Подари будущее ребенку с инвалидностью. Отправь смс info@сумма на номер 7715 и узнай больше на perspektiva-inva.ru.